фарш разморозил. Этих пожарю. Как они? Шницель его. Клубника замерзла. Валил бы возле костра, блин. Еха. Вот такие вот бруски сейчас прикручу. Сюда. А сюда пятерку брусок. Это уберу. И сюда пятерку брусок.
блядь. Сучка. Собака. Собака. Уже клещи пошли. Ну, еще живой, еще шевелится. Сегодня 23 февраля. Сейчас лату погладил. Смотрю, какая-то шишка. Вдруг клещ сидит. Выдернул. Думал, старый. Но шевелится. Все, Злата. Бомбояж на улицу. Голубица. Тысячу лет я не ел. Кусочек остался. Что-то болгарка перестала работать. Что-то дынь-дынь-дынь что-то. И все, и заглохло. Вот здесь отрезал, вот такая вот получилось. Что-то все обрушено здесь. Следов нету.
что собаки меня кинули. Я видел, как они там где-то вверх по распадку побежали. Один остался. Тоже, смотрите, разрушено. Следов. Что-то, видать, грыз. Вон кровь запеченная. Вот. А где что? Где все остальное?
Чего, Буря, мешает тебе, да? Птичка. Кто? Ну, я ее разобрал, ее почистил везде. Теперь вот собираю. Кнопка работает. Музыку тихой ночи. Я больше туда не хочу. На улицу воспоминаний. Провожу ее до дома, буду ждать, когда погаснет в окнах свет, наступит тишина. Мы зажимаю телефон, запотевших ладонях не надо более. Удаляю номер, вернусь домой. Лицо любимой матери всегда порадует и заставит улыбнуться. Мне отчий дом всегда душевный и покой. Обатилась понять, что сын еще живой и стоп. Уединиться в комнате, подумать головой. Оставить всю любовь, что эти годы шла со мной. Сегодня все не то, а значит и ты не там. Он тебя позвал, а ты вот так легко ушла. Знаешь, таких как я любить не научили. Выводы из доводов и до того ревниво оказалось. Я один из всех, тебя совсем не знаю. Ты продаешь себя. И больше нас не позовут. Пустые, пустые площадки. Осталось и тебе заклятки. Под музыку тихой ночи. Я больше туда не хочу. На улице воспоминаний. Своими же мечтами. Больше нас не возьмут. Я сказал, мол, нынче пацаны не плачу, плачу. Хотя на лицах не покажу, знаешь, сынок. Любовь самых сильных ломает. Кто за советом позовет, куда любви не знает. Меня отец так учил, я сына научу. Я ясности не слышу за слова свои в ответе. Навязывать не стану, все по полкам разложу. От жизни много накопил, сказано все этим. Меня отец так учил, я сына научу. Я ясности не слышу за слова свои в ответе. Сейчас буду эту пытаться делать. Не понравится, переделает. Обналичку. Это я уберу, короче, нижнюю сейчас. Она какая-то кривая. Я там другую нашел, потом она, ну, это пошире. Ничего страшного, это кривая какая-то. Эти я оставлю, пускай стоят. Эту поменяю. Вот эту нашел. Сейчас шуфану ее. Может, что-нибудь получится. Если долго мучиться. Отпилил там пилой. Вон как поставил. Уровень. Пойдет. Раз 50 упало, пока я прикручивал. Так, теперь думаю, что сюда пришить. Что это, блин? Все, отпилю, сейчас вот скалю.
этим спагетти уже 3 дня уже. Два. Эти обрезки собак. Да, вот тушенку варить. На, сейчас соль, перец, лавровый лист. Все, больше ничего. О, что с тазика получилось. Ну, уже варить завтра буду. Потому что еще вот надо резать. Ляжку еще. Или лопатка тоже. Лопатка. Ну, снег пошел. С самого утра пошел еще. Налит он куда сейчас прибежал, а утром проснулся. Там так-то нету, а там под снегом, и там дальше пропилил сейчас. Начал резать, вот целый отрезал кусок. Я его отварю с луком. Все. Занес банки помыть. Так-то я все уже разделался.
Вся лопатка, все, что от нее осталось. Ну как уварилась, как насколько ж. Я вам полный пожевал. Под крышку. Еще кипят. Две партии варить. Попробую штанишки ушить. Только я не умею, правда. Ни разу их не делал. Как только. Надо вот так хотя бы, чтобы были нормально. Вот, сантиметров 15. Если отрезать вот так вот. Так, ровненько как-нибудь. И подвернуть. Так, как-нибудь. И пришить. Попробовать. Отрежешь, не получится, испортишь. Сейчас бы вот тут бы еще бы ровно пришить бы. Везде одинаково было. Так вот машинки сейчас. Это ушко сам не вижу. Могли побольше сделать. Ну, как получается. Пожарю медвежатины. Добавлю лук, такой вот чеснок, соевый соус, соль, перец. Все.
Классика. Добавил еще паприки копченые. Ну все, что оно готово уже. Я его сначала отварил, ну прям в сковородке там. Ну, мне уже за полтора варилось. Весной большая конкуренция среди самцов птиц. Сразу несколько селезней могут прилететь на зов.